Тема диссертационной работы – совершенствование технологий. В своей диссертации Анна рассматривает новую технологию укладки покрытия бетонного пола, которая позволяет существенно сэкономить и повысить его прочность. Совсем скоро защита диссертации. Анна на пути к званию кандидат технических наук. Училась и продолжает обучение в аспирантуре в Одессе, но работать приехала в родной город. Говорит, дома и стены помогают. Стезя преподавателя для нее в новинку, но трудностей не боится. Знаете, сначала было очень сложно, так как новый человек, я как бы впервые преподаю еще такие сложные дисциплины касаемо строительства, потому что в данное время очень мало специалистов, именно хороших специалистов в строительной сфере. И поэтому хочется дать студентам побольше знаний, сама тоже учусь с ними, потому что многое чего тоже нужно узнавать и читать. Своими успехами делятся молодые ученые. Коллеги задавали друг другу вопросы, делились своими наработками, имели возможность проконсультироваться с теми, кто уже защитился. Этот семинар помогает нашим коллегам, молодым ученым, в том, чтобы они как можно быстрее и эффективнее достигли своей цели. Потому что можно и 4 года заниматься, а можно и 10 лет писать кандидатскую диссертацию. Это очень сложный труд, это очень много есть аспектов, тем более российское законодательство постоянно совершенствуется в этом плане. Поэтому я считаю, мы находимся на достаточно хорошем и эффективном направлении. Бендерский политехнический филиал тесно сотрудничает с ведущими строительными вузами Российской Федерации, Украины и Молдовы по подготовке собственных кадров. Сотрудники отмечают необходимость в высококвалифицированных специалистах. ВУЗ и программа ВУЗа предполагает наличие остепененных людей. И, естественно, научный рост кадров символизирует и показывает профессионализм и стабильность государства. Руководство бендерского филиала госуниверситета организовывает и контролирует работу аспирантов. Количество молодых ученых – это результат коллективной работы преподавателей и студентов вуза. А в бендерском политехническом филиале их немало. Довольно много аспирантов в бендерском политехническом филиале, 14 человек, 2 человека соискатели. Это очень хорошо, потому что республика нуждается в высококвалифицированных кадрах. И мы очень рады, что вот в бендерском филиале нашего университета готовятся аспиранты. В будущем планируют проведение семинаров и конкурса научно-исследовательских проектов среди молодых ученых. Екатерина Белогрива, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.